«Жажда скорости» или «Июньская жажда скорости» 2006 года. Что это такое? Это то же самое, что и 3 года назад. Все то же, только ближе, но организованнее и безопаснее. И отдельное спасибо Южуралавтобану за завершение аппендикса объездной, на завершение которой средств не выделено. Один вопрос. Для чего куча песка? Гоняют только после 6 и 1 раз в неделю, это воскресенье. И вопрос, висящий 3-й год автоскотователям. Какого фига? Я плачу каждый год 10 тысяч рублей за 3 машины, страхуя автогражданскую ответственность, свою. Именно эта мысль, черная и безответная, для меня лично портила впечатление настоящего действа, которое постепенно набирало обороты. Возможно, жажда скорости вновь всколыхнет Россию и мир после выхода 3-й серии, а он будет скоро. А возможно и нет, так как ни одна из этих машин дрифткаром быть не может. Отдельная радость за отдельных представителей. Да, вложили деньги в доводку и гоняют. Можно ли на шахе потягаться с тюнинной десяткой? Можно. Вот такой сброс веса. Дифференциал, чуть заточенный движок и полетели. Владельцы иномарок, где вы? На банном? Где Porsche Cayenne? Или что-нибудь с шестеркой и 2 нулями? Где VRX STI? Вот достойный соперник. Ничего, совсем ничего лишнего. Что под капотом, не знаю, но по звуку могу догадаться. Первая до 80, вторая до 120 и ждем нормальный датчик расхода воздуха на Sky. Потому как все здесь, это по сумме затрат. Базовый Sky 93 года. За те же или меньшие деньги. Разница в старте 7000 или 700 оборотов. Вы этого по телевизору не увидите. А здесь бы смогли. А за рулем еще прикольнее видеть, как к концу 400 метров разница между визжалкой, рванувшей со старта, и представительским седаном начинает сокращаться. Но драк как раз и придуман для малообъемных, относительно доступных гонок. Так как ни один владелец по-настоящему дорогого за 500 тысяч автомобиля на 400 метров не поедет, не его дистанция. Но драк или светофорные гонки – это все равно круто. Круто, зрелищно и весело. И в конце просьба автобану. Здесь очень локально, но под контролем. Чуть-чуть нарушают, но не мешают. И если магнитки, который год не до автомобильных праздников, пусть те, кто может и хочет гонять, гоняют здесь. Они этим и живут, делясь радостью гонок с окружающими их автолюбителями.